мамочки, когда идут со своими ребятишками в детскую поликлинику, они могут здесь зайти в этот сквер, провести время. У нас есть детская площадка, которую мы построили ранее. Дорожки, которые были ранее в этом сквере, чтобы они более комфортные, более широкие были, более удобные, чтобы был доступ для всех групп населения, в том числе для маломобильных. Благоустройство выполнено качественно, дорожки выполнены так, как согласно дизайн-проекту. По ним, если мы сейчас все прошлись, да, можно сказать, что можно передвигаться и маломобильной группой населения, и мамочками с маленькими ребятишками можно двигаться, и с более старшим поколением. То есть дорожки, они у нас безопасные.